Пост ГАІ, стоїть гаїшник такий, ну, Ілля Муромець такий, ну, богатир під 250 кіл. От, жезлом. І дивиться, назустріч бабулька корову через дорогу, через трасу переводить. Корова худюча, такі ребра одні торчать. Вона так спокійно підходить. І метра два від поста забива колок. Гаїшник. Ти чо, бабулька, охренела? Це ж пост ГАІ. Ой, не кажи, синочок. 2 года назад ти теж такий тощий тут стояв. В українському якомусь там сільському клубі виходить конференціє і об'являє. Говорить, а зараз в нас виступатимуть гарні хлопці з гурту «Бидлас» з піснею «Let it be». Перевод. «Бі» – пчела. Значить, пісня «Літят перельотні пчоли». Пішов Микола до лісу гриби назбирати. Ну, а що брати з собою? Та самогон взяв. Сів він під сосною, випив самогонку, а тут падаюча сосна вмить розбудила Миколу. Грузинское село, колоритное такое. Виноград, солнце, поют на 12 голосов. Современный грузинский юноша подходит к такому суровому пожилому грузину и спрашивает: «Дедушка Вано, можно я тебе задам один мужской вопрос?» Дедушка сверкнул глазами, зашевелил усами. «Зазывай!» «Дедушка Вано, вот ты с бабушкой Нино за всю жизнь хотел когда-нибудь развестись?» «Боже мой!» Он вскрикнул, этот старый грузин. Там папаха до небес, там бурка взлетела. А? Развестись? Нет. Зарезать, да. Два грузина встречаются. Один, значит, Вали Ходжан, слушай, давно тебя не видел, столько много слышал о твоих достижениях и в семье, и в карьере, и во всем. Слушай, как у тебя так получается? Все у тебя удается, все, дети у тебя в институтах, там, жена у тебя богатая, красивая, ты сам богатый, дом прекрасный, все твои родственники. Как тебе такое удается, слушай? Я тебе скажу. Я тебе скажу, как это мне удается. Дело в том, что все люди в мире используют только 5% мозга. Все. Я один использую 10%. Слушай, серьезно, а как это? Ну вот, 1% мозга, да, мозговой деятельности я трачу на то, чтобы понимать, как кому взятку дать, где кому подмазать, кому там заявление написать, помочь, там, понимаешь, карьера. Тут, о, хорошо. 2%, ну, я трачу, там, знаешь, по хозяйству, там, прибить что-то, там, значит, покрасить что-то, вызвать мастеров каких-то, ну, там, жене сказать, эй, вынеси. Ну, слушай, отлично. Значит, 3% воспитание детей. Тут я тоже целый процент мозга трачу. Там надо сказать, куда пойти, кому обратиться, как уроки сделать, учи, балбес. Ну, вот такой. 4% мозга я трачу на женщин. Ну, я должен там, знаешь, там заодно и ухлестнуть, чтобы жена не знала, там, может, поехать куда-нибудь, в какой-то центр познакомиться с кем-то, пригласить ресторан туда-сюда. Да. Вот. 5% мозга – это политика. Я должен разбираться, кто президент, где воруют, что надо сместить, кого сместить, кто хороший министр, кто плохой, оппозиция, шмазиция и так далее. Вот так вот, дорогой мой, вот так вот. Тут, подожди, Валикочан, 5% получилось, а еще 5? А, еще 5 – это песни и тосты. Єврейський солдат ганяється за палестинським терористом в танку і стріляє по ньому, той відстрілюється, відстрілюється, відстрілюється. Перестав стріляти. Став автомат. Тиша. Із танка голос. Що? Почему прекратили стрільбу? О, Яра, патрони закончились. З танка. А що, може, продати несколько?